Многие из них впервые в стенах областного музейно-выставочного центра. Здесь проходит торжественный прием самых активных представителей общественного самоуправления со всего региона. Это 30 домкомов, уличкомов и префектов, которые стали лучшими по итогам двух конкурсов – «Живые улицы, добрые соседи» и «Лучшая практика ТОС». Территориальное общественное самоуправление – это то самое звено, которое восполняет, может быть, то, что власть не может дойти до самых мелких вопросов на конкретных территориях – во дворах, на улицах, в кварталах, микрорайонах. Поэтому, конечно, мы с точки зрения и законодательной, и исполнительной власти очень благодарны общественным активистам за то, что они делают вот эту работу большую на самом деле. И действительно, сегодня впервые проводится такое мероприятие в отношении людей, которые обычно делают праздники для других, а сегодня принято решение сделать праздник для этих людей. Надежда Чернявская, что называется, общественник со стажем. Была домкомом, руководила ТОСом, а когда в Уварове создали вторую по счету префектуру, стала общественным префектом. Теперь она своего рода связующее звено между жителями, а это, к слову, без малого треть всего населения города, и властью. Чаще всего люди обращаются к Надежде за помощью с решением проблем в сфере ЖКХ, но не обходится и без общественных инициатив. Мы организовали площадку детскую в частном секторе. Теперь у нас там дети есть где собираться. Если раньше не было такого в частном секторе, теперь у нас это есть. У нас работает проект, много благотворительных проектов, и один из которых «Добро по соседству». Там собираемся, общаемся, делимся одеждой, обувью тем, кому это необходимо. То есть это, в принципе, такой орган, который взаимодействует и с народом, и с властью, помогает наладить между ними контакт. Сегодня в регионе разрабатывается дорожная карта стратегии развития территориального общественного самоуправления, то есть ТОСов. В результате такие объединения, наконец, получат правовой статус и смогут работать еще более эффективно. Об этом активистам рассказали на торжественном приеме в рамках новогоднего калейдоскопа. Впереди активистов ждет насыщенная программа. Не зря событие названо новогодним калейдоскопом. Далее для участников проведут экскурсию по музейно-выставочному центру, а также обзорные экскурсии по Тамбову и бизнес-ланч. Юлия Савушкина, Евгений Михеев, Ольга Кириллова, область новостей.